Переменные рр-лиры сходят с главной последовательностью П-кольца, только на нее забираются. Очень молодые, менее 10 миллионов лет, небольшой массы, менее 3 масс Солнца, эти звезды представляют собой промежуточный этап между прошлым протозвездой и будущим звездой главной последовательности. Несмотря на их потенциально большую распространенность в галактике, звезд Т-Тельца известно немного. В каталоге Хербига-Белла 1988 года указано 742 молодых звездных объекта, из которых надежно были определены всего 465 звезд типа Т-Тельца. В основном это звезды классов F, G, K, M. Т-Тельца занимался Джой в конце 40-х, затем Хербиг. Помните объекты Хербига-Ара в 60-х? Приложил руку к этим объектам и академик Амбарцумян 1947 и 1952 годы. Т-Тельца очень любят компании, их часто встречают в двойных и кратных парах. В их спектрах всегда присутствуют линии Балмера, которые могут меняться иногда даже на небольших промежутках времени. Каноническая интерпретация классических звезд типа Т-Тельца говорит о том, что у них есть протозвездный диск, который включает в себя существенную часть массы звезды и который является источником инфракрасного излучения, а также сильная магнитосфера. Материал диска продолжает падать на звезду вдоль магнитных линий, что создает на ее поверхности горячее пятно. В общем случае красное смещение линий показывает падение материала на звезду, а синее – сильные ветра, дующие от звезды в пространство. И, наконец, запрещенные линии спектра производятся могучими потоками материала, уходящими в направлениях, перпендикулярных диску, чем управляет механизм аккреции. У слабых звезд типа Т-Тельца нет большинства наблюдаемых свойств сети ТС. Они показывают линию водорода альфа, но со значительно меньшей шириной, чем в случае сети ТС. Некоторые показывают инфракрасное излучение. Предполагается, что WTTS могут находиться на более продвинутой стадии своей эволюции, и у них нет уже протозвездных дисков. Крайний случай объектов WTTS даже получил обозначение «голые звезды Т-Тельца». Звезды, совсем лишенные своих дисков. В туманности Ориона можно наблюдать, как юные звезды сбрасывают свои протопланетные диски под действием жара окружающих голубых гигантов, тем самым полностью лишая себя надежды на образование своей собственной планетной системы. Спектры классических звезд типа Т-Тельца показывают присутствие лития, которое при повышении температуры начинает активно разрушаться, перемешиваясь с окружающим водородом. С другой стороны, сети ТС находятся коричневые карлики, звезды с массой меньшей 0,072 масс Солнца, у которых не хватает массы, чтобы запустить процесс термоядерного горения. Они продолжают сжиматься, материал разогревается, начинает работать конвекция, но этого все равно недостаточно для загорания водорода. Говорят, что коричневые карлики теоретически все же могут возгореться и взойти на главную последовательность, но для этого им нужно время, очень много времени, сравнимым с возрастом самой Вселенной. А может и больше. Т-Тельца вращающиеся, но очень непостоянные в своих возможностях звезды. Они выбрасывают облака горячего газа, вспыхивают, ведут себя просто неприлично. А где же здесь переменность, спросите вы? А переменность тут получается вследствие вращения звезды с ярким горячим пятном на боку, а иногда и светом, пробивающимся через прореху в протопланетном диске. Типичные периоды обращения таких звезд от 1 до 12 дней. Аналогом Т-Тельца в диапазоне массы от 2 до 8 солнечных являются звезды Хербига А и Б и горячие большие звезды спектральных классов А и Б. Более массивные звезды, 8 солнечных масс, в стадии эмбриона не наблюдаются, они загораются очень быстро, в момент расчистив вокруг себя пространство от пыли и лишнего газа и сразу становятся звездами главной последовательности. Ничего общего с переменными типа Р-Лира, не так ли?